Праздник труда в Московской области отмечается в апреле. Готовиться к нему начали заранее. Подробности в нашем следующем сюжете. В администрации города состоялось совещание по подготовке и проведению праздника труда в нашем городе. Вела его Анна Куманова, исполняющая обязанности руководителя администрации города. Праздник труда с каждым годом не теряет своей популярности. Проведение его – возможность еще и еще раз напомнить горожанам, особенно молодежи, о необходимости уважительного отношения к труду и сохранении преемственности семейных трудовых традиций. На совещании были рассмотрены несколько вопросов. Был принят план проведения праздника труда, одним из пунктов которого благотворительный труд. Мы ежегодно, значит, проводим эту акцию благотворительного труда, и деньги, собранные со всех учреждений города, направляются на разные цели. Ну вот, как правило, за последние годы они направляются в приюты, а в этом году они еще направляются на помощь пенсионерам. Эти деньги. Угу. Вот как бы вот одно из таких новшеств. Ну и на летнюю оздоровительную кампанию, наверное. На оздоровительную кампанию они у нас как бы направляются вот последние годы ежегодно. Угу. На ремонт, строительство дворовых детских площадок, на их благоустройство, в общем, на благоустройство города. Определены 6 номинаций по сферам трудовой деятельности для участия в Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая династия». В таких сферах трудовой деятельности, как промышленность, сельское хозяйство, сфера обслуживания и услуг, транспорт и связь, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, наука, искусство, культура, образование, здравоохранение, вооруженные силы России, правоохранительные органы. Участники совещания рассмотрели вопрос о награждении лобнинцев наградами Московской области. Документы на согласование будут представлены в профильные министерства и Московскую областную думу в период до 15 февраля и 1 марта. Валерия Каменева, Алексей Бойко, Александр Михайлов, Лариса Панина для программы «Акцент».